вторую песню, которая женам не нравится. Прости меня. О, я так и знал, что кто-нибудь это скажет. Моей жене не нравится она. Я записывал на студии Грамфильма московской, да? И когда я до этого и дошел, ну там музыкальный инженер, а я думаю, когда же покурить-то отпустят-то? Он приходит вот тут так, вот это так, а четыре женщины сидят за стенкой, а я же вот такой забитый там какие-то. И он подходит к мне и говорит: Игорь Николаевич, ты пошел бы покурил. Я говорю: я что курил? Пошел бы, там бабы рыдают, говорит, сидят. Два часа одну песню писали. Она там, конечно, с обертонами там уже все получила. Не могут они записывать. Ну ладно. Ладно. Ну я знаю эту песню. Я чуть попозже с вашего разрешения, да?